Я вынуждена констатировать, что вот и судьба моего отца, и судьба очень многих людей. Это я лошардинцы, и затем вот эти целый сон репрессированных. Ну, мы думали, что мы пережили это, и это больше не повторится. К сожалению, это повторяется время от времени, когда к власти приходят какие-то новые личности. И, к сожалению, у всех у этих личностей вот какие-то редко происходит понимание в общем, происходит противостояние не понимания власти людей, а часто происходит именно противостояние. И, как правило, это личности одаренные, гениальные, может быть. Ну, на примере всех, собственно говоря, великих людей можно это прочувствовать, предвидеть даже, и, к сожалению, их горестную кончину. Если все образование, воспитание подчиняется безоговорочно этой власти, то опять кого мы растим, кого мы вырастим? И куда бежать? Где искать истину, смысл жизни? Тогда я не знаю. Приходится, ну как-то, не знаю, может быть, очередную революцию, что ли, сделать? А потом будет такой круг, и опять все вернется на круги своя, да, как говорится. Опять будет то же самое, что это все неизбежное. Ну и вообще история великих людей – это все трагические истории.